Приветствую всех на своем канале. Сегодня я буду изготавливать крепление под электродвигатель для своего токарного станка для обработки древесины с последующим его испытанием. Для работы мне потребуется пластина толщиной 8 мм, размер ее 120 на 250, труба диаметром 25 на 32, 20 на 25, кругляк 20 длиной 330 мм. Два болта М12 длиной 50 мм. Размечаю по 50 мм и обрезаю шлифмашинкой. Потом вставляю и обвариваю сваркой. Заварил с обеих сторон. Это уже отторцевал, шлифанул. Шлифанул саму ось. Вращается на оси, одну из которых заварю наглухо и приварю болт М12. Остальные у меня будут перемещаться свободно. Приварил шарниры. Вот такой обрезок трубы приварил, а внутри находится шпилька М12. Эти шпильки у меня будут крепиться к раме. Здесь у меня будет установлен электродвигатель. Изготовил вот такой фланец из рифленого железа толщиной 8 мм. Теперь приварю вот так. Это будет крепление электродвигателя. Приварил фланец, закрепил на нем электродвигатель. С помощью этого вала мне происходит перемещение электродвигателя, установки на нужный ремень и регулировки оборотов рабочего вала. Электродвигатель у меня однофазный, с пусковой обмоткой. Мощность его 0,27 кВт, 1440 оборотов в минуту. Изготовил вот такой кожух защитный. Внутри находится шкив и ремень. Два магнита, которые крепят крышку. Шкив, 4 ручья. Регулировка оборотов 800, 1000, 1400, 1900 оборотов в минуту рабочего вала. За счет маленького подшипникового узла мне можно обрабатывать детали. Эта коронка у меня съемная, на резьбе, резьба М18, можно установить вот такой вулканитовый круг и обрабатывать детали. Или установить планшайбу. Вот такая планшайба у меня есть. Вы когда-нибудь видели такие напильники? Напильник 400 миллиметров длиной. Но я не об этом сейчас. Сейчас я вот об этом напильнике. Видите, трещина какая на ручке? Это уже все. Надо ручку менять.
Ну все, спасибо за внимание. До свидания. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.